то, что они делают на площадке, это вообще, конечно, искусство. Внимание! Я думаю, что такого успеха не имеет ни один вид спорта в Пермском крае. А также только баскетбол. Очень жаль сегодня, что мы потеряли такую команду, звезду не только нашего российского, всего баскетбола мирового. А также остальные команды, два представителя. Придется задуматься. Пожалуйста, прямо сейчас пройдите за мной. А матч просто интересный, великолепный. Ну, мастера, все мастера. Впечатление, ожидания. Я понимаю, пока итоги рано подводить, но вот тем не менее, может, какие-то административные решения. Не, вот мы уже по этому поводу обсуждаем. Надо задуматься, но я сказал свое мнение, планка команды поднята так высоко, что здесь нельзя ошибаться. Здесь нельзя эти ожидания обмануть зрителя. Очень тяжелое будет решение по возвращению.